Ну что ж, всем хай, друзья, с вами, как всегда, на связи Фанта Доминатор, и это, собственно, игрушка Off The Road. Не Roblox, а Off The Road. Если вы увидите пролагивание, потому что я сейчас монтирую ролик, и у меня дико трясется экран, так что, если у вас это будет, пишите в комментариях, и я, возможно, перезалью ролик. Ну, блин. Игра, конечно, классная. Тянет на ультрах. Вот такая, значит, у нас машина. Кстати, тоже прикольная. Ну, ладно, давайте садимся в нее и поехали. Я, собственно, уже играл в эту игру. И, в принципе, скажу, неплохая. Ее обновили, и тут добавили больше автомобилей. Вот это очень классно. Правда, конечно, машина очень медленная пока что. Но потом мы будем ее прокачивать. И, кстати, мы сразу же нашли дерево, где можно брать для построения. Это удобно. Да, пытаюсь дрифтить, если что. Кстати, тут машина офигенно дрифтит. И давайте сейчас зайдем в ангар. И да, кстати, есть тюнинг, раскраска всякая, чекайте. Вот такая раскраска прям клевая. Ну ладно. У нас тут есть, собственно, бампера. Куча бамперов. Так. И колеса, кстати, здесь еще можно менять. Вот такие колеса классные. Ну ладно, давайте посмотрим машины. Значит, у нас есть вот такой вот джип. Карма. Пэйбэк. Улучшенная карма. Офигеть. Но он только с премиумом, я так понимаю. Потом два багги. Улучшенная версия. Спитфайр. Леон Хёрд тоже. Только тут Леон Пафф. Короче, стандартный. О, пикап наконец-то добавили. Просто его раньше можно было заметить в миссиях, если бы еще пожарную машину добавили. Кстати, машина Скуби-Ду. Хаммер как был. Улучшенная. Чекайте вообще. Прикольно. Ну, так кибертрак на 150-м левеле открывается, кстати. Интересно. Прикольный кибертрак. БТР. Потом бигфуты всякие. КамАЗы. Вот такой КамАЗ мне очень нравится. Вот этот КамАЗ мне прям очень сильно нравится. Школьный автобус. Это была машина. Раллийная такая. Потом у нас идет ЗИЛ. КамАЗ, потом Дэчшунд и БелАЗ. Ну ладно, погнали играть дальше. Вот мы с вами едем, экран как всегда лагает. Кстати, в игре у меня не так трясется, это я только сейчас реально на монтаже заметил. То есть почему-то такую, ну, такое количество кадров видео не воспринимает, хотя в Роблоксе я когда снимал Call of Duty. Хоть в Call of Duty у меня FPS больше, потому что тут у меня 74, а в Call of Duty Mobile, который я тоже скоро опять недавно выложу, на нем идет где-то под 80, а то и 85 FPS. Может, из-за этого, но хотя Call of Duty у меня так не лагал. Походу придется немного понизить графику с ультров на чуть-чуть поменьше, а то вы сами видите, что происходит. Ну, я не знаю, может, у вас такого нету на видео, я ж не знаю. Я монтирую и не вижу видео, которое выложилось. Ну, давайте пройдем, собственно, миссию. Я пока покатаюсь, а потом на каком-то, возможно, интересном моменте вернусь.
anyone to get off their darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Enchanté.
Ну что ж, уже скоро давайте будем заканчивать серию, так уже ролик идет 16 минут. И сейчас у нас будет готов трактор. Да, кстати, для него потом надо будет сделать прицеп, и при помощи этого прицепа мы сможем собирать кучу стогов сена и продавать их. Ну а вместительность вроде то ли 4, и мы сможем получать за один прицеп 600 баксов, и это очень выгодная работа, я вам так скажу. Ну что ж, погнали тестим трактор. Да, конечно, чувак тупо не мой, но трактор офигенный. Но вот у меня вопрос, почему чувачок такой маленький? Он пипец какой маленький, это просто какой-то ужас. Ну, от первого лица, собственно, ничего не меняется. Вот первое лицо у транспорта в этой игре, это сразу же минус. Просто игру вытягивает графика и всякие дрифт-способности. Ну что ж, оставляем трактор здесь и продолжаем ехать на нашей машине. Ну что ж, с вами, как всегда, был на связи Фантадминатор и игрушка Off The Road. Так что всем удачи и всем пока, и развивайтесь в этой игре, ведь она очень интересная. И, пожалуйста, оцените мой ролик лайками, а если мы наберем, я скажу, 4 лайка, то сразу же выпускаю следующую серию, так как она у меня уже записана. Осталось ее только смонтировать. Ну,